Шалом, уважаемые дамы и господа, с вами раввин Алекс Сартовский, Марина Роща, Москва. Написано в Торе, когда жать будешь поле твое и забудешь сноп на нем, то не возвращайся. Пусть это остается сироте и бедняку и вдове, чтобы благословил тебя Господь Бог во всем деянии рук твоих. Когда мы читаем эти строки, мы не понимаем, за что же Бог будет благословлять деяния рук наших. За то, что мы забыли этот сноп на поле, и он достается кому-то другому. Здесь есть интересное объяснение любой вещи, которую мы забываем где-то. На примере вот этого снопа. Этот сноп найдет вдова, или сирота, или бедняк, и будет пользоваться этим, будут кушать это, или, может быть, купят что-то на это, продадут и купят. И здесь, от вот этой помощи, которую, может быть, ты не желал, ты просто забыл, но от этой помощи будут жить и наслаждаться другие люди. Великий Раши в своем комментарии на этот стих замечает, что если человек непреднамеренно, не специально оставляет что-то, и вот это что-то находит другое, и это дает ему пропитание, и Бог благословляет этого человека за этот непреднамеренный, неспециальный добрый поступок, то когда ты делаешь этот поступок преднамеренно, специально, то есть помогаешь кому-то, Бог тебя благословит вдвойне. Дай Бог, чтобы в нашей жизни мы ничего не теряли, ничего не забывали, и чтобы Бог благословлял нас только на то, что мы преднамеренно кому-то помогаем. Но если уж случилось, то не надо жалеть, надо благодарить Творца, и Он благословит вас. Шалом, шалом.